Еще где-то в 2015 году я оформил этот участок в аренду на 10 лет. Под строительство базы отдыха мне всегда не хватало маленького кусочка именно выхода к морю. Он мне просто не давал покоя, и я сразу в первые же дни работы программы подал заявку и оформил дальневосточный гектар. В принципе, я оформил всего 30 соток, и эти 30 соток мне позволили выйти именно напрямую к морю. На дальневосточном гектаре я хочу оборудовать пляж и построить пирс, причал для маломерных судов. Будет своя парковка большая. Рядом с парковкой будет основное здание, где будет жить весь персонал, будет ресепшн, то есть прием гостей. Там же будет кафе, порядка 15 домиков четырехместных. Все домики будут с удобствами. Даже на данном этапе, когда глазу еще в принципе ничего не видно, мы уже вложили порядка 5 миллионов рублей. Но я думаю, еще 10 миллионов надо точно. Я бы себя чувствовал спокойнее, когда земля была бы в собственности.